активно ракета Томагавк используется здесь. 8 двигателей турбин в красных. Это просто монстр. Американцы испугались и сказали, да-ка, быстренько его на склад утиль. Локаторы, радары не берут его. Слишком низко летает, скорость бешеная. Уже камыш вырос на месте. Такая махина. Это просто... жесть. Я уже устал его обходить, этот самолет. Гигантские крылья, просто хвостовые, блин, муха-муха. Это что-то нечто. Камера не может запечатлеть этот размеры. Просто монстр. Кто его придумал, интересно. Артем ходит здесь. Как, смотри, какие эти воздухаете регуляторы. Смотри, это как будто экскаватор гигантский, карьерный. 4 реактивных двигателя от самолета. На каждом стороне. Смотри, эти это он хвостовые. Эффект экрана создавал. Ты понимаешь, какие мощные. Смотри, экскаватор карьерный, как будто с большим ковшом. Смотри, какие элементы крепежные. А какой хвостовый, смотри, крыло хвостовое, как самолет полноценного. Грандец просто, махина. А вот там радиолокационные станции находились. Ну да, стоят они, да. Слушай, представляешь, что люди поднимаются на полезницу там, или там что-то есть подъемное, видишь? Скоро они когда откроют, это будет здесь, можно зайти внутрь самолета. Они с этой целью его и... Я просто хочу сказать это. Вот это я говорю, кто какому дураку придумал в голову его снять с дежурства боевого? А он так и не поступил. А потому что это какие времена были? Как раз перестроечное начало перестроечных времен. Соответственно, американцы сказали, нехер такое самолет делать на земле. То, что не разобрали, уже радует. Это не просто алюминий, это авиационный. Видишь, он как? Он не как алюминий. Чувствуешь, да? Давай. Сейчас. Да. Через час уже. Так, Артём. Что-нибудь видно? Да. Пойдем туда, с носовой части. Вот там прогнило немного. Ты можешь посмотреть, там какие-то коммуникации внутри. Нифига себе. Толстый металл используется. Да, трубы какие-то там проходят есть.